спасибо. Честно говоря, когда ехали сюда в автобусе вместе с предпринимателями, ребята, которые прошли тоже Майдан, так же, как и мы, только они корову привели, а нам пришлось ломать забор. И я очень жалею, что 20 сентября прошлого года мы не довели начатое дело до конца. Надо было все-таки выломать дверь. И снести эту власть, то есть, точнее, вынести представителей этой власти с того здания, где они сегодня еще находятся. Но у нас есть шанс. Я хочу вам сказать, что у нас идет на сегодняшний день активная подготовка по всей Украине, и мы очень надеемся и на вашу поддержку, что вы примете участие 26 апреля, в день аварии на Чернобыльской станции. Мы в Киеве приезжаем со всей Украины, чернобыльцы, не на местах, а здесь мы намерены проводить акции, мы намерены осуществить, видимо, какое-то серьезное мероприятие с тем, чтобы все-таки довести начатое дело до конца. Я хотел сегодня сказать о том, что чернобыльцев опускают очень низко. Мне очень больно, как участнику ликвидации этой аварии, когда сидящая рядом со мной женщина, дитя войны, говорит: вы, чернобыльцы, забрали у нас пенсию, вы забрали у нас то, что положено нам, мы сегодня недополучаем, потому что дали вам, чернобыльцам. Я хочу ответить не только ей, я хочу ответить всей стране, всем, что чернобыльцы ни у кого ничего не забирали и забирать не собираются. Мы не просим никаких льгот, и этих льгот у нас нет. Если нам что-то и положено по закону, или государство нам дало какие-то средства, то это компенсация за утерянное нами здоровье. Поэтому на сегодняшний день не выполняются элементарные вещи. Людям судом присуждена пенсия. Установлена она законом и именем страны. Какой-то клерк, которого мы с вами назначили на должность, решил, что решение суда не является законом, и его исполнять не надо. И вот на сегодняшний день около 10 тысяч чернобыльцев, которые имеют на руках решение судов, недополучают те компенсации, которые установлены им судом. Я хотел сегодня сказать немножко о другом. Есть ли в стране деньги? В стране деньги есть, но только они достаются не всем. Когда в июне прошлого года наш президент Янукович сказал, что в стране ежегодно воруется 50-55 миллиардов гривен, я поверил, что, наверное, если называет такую цифру, он знает, где эти деньги воруются. И вот когда я читал бюджет на 2012 год, я увидел, что эти 50 миллиардов не включены в этот бюджет. Куда-то они ушли в другое место. Я не буду сегодня называть еще цифры, где взять деньги. Недавно, выступая на одном чернобыльском форуме, я только одну цифру скажу. Меня очень достало то, что Верховный Совет для топливно-энергетического комплекса принимает решение снять с них 24 миллиарда государственного долга, которые они должны заплатить в бюджет. Что такое 24 миллиарда топливно-энергетического комплекса? Это частные компании. 8 миллиардов из этих денег пошли в карман, частный карман. Еще часть пошла неизвестно куда. О чем речь? Ну, ребята, ну знаешь же, кто долг перед коммунальными и этими топливно-энергетическими комплексами никто же не снял. Сегодня выселяют людей за то, что они не платят за тепло, за то, что они не смогли заработать, не создали таких условий, заработать на квартиру, на обучение своих детей и другие.
такие цифры можно приводить. Не хочу я этого приводить. Мне сегодня приятно находиться вместе с вами, с предпринимателями, с детьми войны, с афганцами, с чернобыльцами здесь, потому что мы, наверное, будем объединяться. И мне, вот, выходя на эту... На эту трибуну я вспомнил одну притчу. В одну комнату заводят людей и показывают эту комнату. Посреди этой комнаты стоит здоровый чан с супом. Вокруг этого чана сидят люди с длинными тяжелыми ложками. Каждый пытается дотянуться в этот чай, чан, набрать этого супа и попробовать его. Ничего не получается. Ложка очень длинная и очень тяжелая. Вот они обливаются, они толкают друг друга, они не находят общего языка между собой и пытаются все-таки такие худые, истощенные, что-то хотят покушать. Не получается. Тем, которым показывают эту комнату, говорят, это ад. Сейчас мы вас заведем в другую комнату. Заводят в другую комнату. Такие же люди, такой же чан, такие же длинные ложки, тяжелые, горячий этот суп. Люди упитанные, радостные, довольные сидят. Спрашивают, почему? А вы посмотрите. Один берет ложку и кормит второго. Тот берет ложку, кормит другого. Ложка тяжелая, не получается ее поднять. Третий помогает поднять эту ложку и накормить. Я хочу сказать, что ад – это работа рядом, но против друг друга. Рай – это тоже работа рядом, но работа в команде, работа вместе. Вот для этого мы сегодня здесь тоже с вами, чернобыльцы, потому что я надеюсь, что мы найдем с вами силы, у нас хватит с вами ума для того, чтобы построить нормальное общество, чтобы мы, подставив плечо друг другу, смогли победить вот тот хаос, в котором мы на сегодняшний день оказались. Спасибо. Дякую, пане Анатолію.